Чтобы победить на этом фестивале, наша команда решила выступить. Круто выглядит, стильный Леонид, притворившийся котенком, дикий зверь. Помним наизусть песни Вайкуле. Хватит. Карлу Клару украл кораллы Юрмала. Лавакар. Ой, Лавакар Юрмала. Сколько лад, сколько зим. Уважаемые юрмалтайцы, знаете, каждый человек понимает, что... Что? Юрмалтайцы, говорит. Юрцы! Я извиняюсь, извиняюсь. Юрцы, риксы, знаете, не все латыши знают, что... Ладно, нормально скажу. Не все латыши знают, что Турсунбек устроился полицейским в Юрмале. Смотрим. Молодой человек, здесь нельзя курить. Сейчас я докурю и все. Не молодой человек, здесь нельзя курить. Я же говорю, всего лишь маленький остался, докурю и все, всего лишь маленький. Эй, я тебе русским языком объясняю. Здесь нельзя курить, что, непонятно, что ли? Эй. Спасибо. Очень знакомая реклама для настоящих мужчин. Тебе скучно? Тебе одиноко? Ты не знаешь, чем заняться? Сходи на рыбалку. Но когда пойдешь, не забудь взять нас, червей. Уважаемые дамы и их спонсоры, впервые... впервые на юрмальской сцене популярный певец Светлана. И сразу вот вопрос, почему Светлана? Ну есть же певица Максим. Почему не может быть певца Светлана? Хорошо, хорошо, логично. А о чем ваши песни? Я пою о мужской неразделенной любви. О коварстве женщин, о том, как сложно быть мужчиной в этом женском и нелегком мире. Давай, Света, делай красиво, давай! Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться, с друзьями реже встречаться, ведь я 3 года женат. Наверное, это мой ад. Милая! Ну почему ты меня не понимаешь? Ну мне правда интересно, что там творится под капотом нашего автомобиля. Ну мне просто не с кем поговорить об этом дома. Как ты не можешь... Дорогая, а я устал приходить с работы на работу. Я не машина для секса. Пойми, у меня тоже может болеть голова. Испания, Россия, 3-0. Вот они, мужские критические дни. Прихожу поздно, ты спрашиваешь, почему так поздно? Когда я прихожу рано, ты говоришь, почему так рано? Когда мне приходить домой? Знаешь, я тебе пишу длинные смски и хочу получить длинный ответ, а не это твое. Я тоже. Милая, милая, ты у меня спрашиваешь, почему я такой грустный прихожу с работы? Да ты сходи ко мне на работу, повеселись.
просто сходи на работу. Я в жизни не видел веселой работы. Ой, извините, Александр Васильевич, видел, видел. Я не завидую мужьям, которые сейчас сидят на втором ряду. Они ведь весь вечер слушают вот это. Ты меня не любишь, если б любил, купил билеты бы в первый ряд. Кто-то может позволить, а кто-то один. Да любят они вас! Что ж такое-то, а? Если так получается, по-вашему, на 17-м ряду, там вообще разводиться пора, что ли, а? Мужчины, плачьте! Хотя бы здесь отведите душу. Ну, а то закончится КВН, и вы опять вернетесь в свой тихий, теплый и уютный ад. И нам не стыдно закричать, что есть мужская любовь. Будем терпеть ее капризы каждый день, но и вновь. Когда она увидит щуку и захочет ее, ей станет ясно, я ей нужен, нужен ей еще. Юрмала, ты так всегда нас гостеприимно встречаешь, но мы все равно тебя любим. Юрмала! Я скажу вам правду, я видел это в снах. Ночь поем, отгуляя, тает в юрмальских огнях. И растворившись ветром, меня уносит вдаль, из ночи до рассвета. Юрмала, а значит вместе. Я бегаю.